Цин Вэньтянь, я хочу кое-что спросить. Твоя кровь. Цин Чен. Ты родился исключительным. Разве не хочешь быть сияющей звездой? Убей их. Убей их всех. Тогда ты сможешь стать императором. Почему вы двое странно себя ведете? Здесь полно опасностей. Нужно быть осторожнее. Да. Это яд. Вытри его. Со временем он разъедает кожу. Спасибо, Цзиньчжу. Пожалуйста. Уже поздно. Разобьем лагерь, иначе скоро стемнеет. Я пойду за дровами. Ладно. А это еще что? Волк-оборотень, бежим! Помогите! Идите вперед, я разберусь с ним. Но... Никаких «но», уходите. Хорошо, будь осторожнее. Цусюэ? А Вэньтянь? Что произошло? Нас преследовал волк-оборотень. К счастью, ты появился вовремя. Ты ранена? Я в порядке. Что такое? Ничего, на мгновение у меня закружилась голова. Вэньтянь, ты все еще винишь меня? Мы в разном положении, вот и все. Но башня князя Ба, ты унизил меня перед таким количеством людей. Твой дядя первым так поступил. Почему ты такой бессердечный? Хочешь, чтобы семья Цинь и семья Бай отдалились друг от друга? Раз так случилось, уже ничего не исправить.
Камень звездной души. Необходимо сообщить об этом. Я больше не могу бежать. Не могу. Я выдохся. Мы удрали от волка, не так ли? Всего-то пара волков. Это для меня пустяки. Хватит врать. Я вовсе не хвастаюсь. Волк! Иоуэй! Как посмел одурачить меня? А разве ты не такой крутой? Я даю тебе шанс показать себя. И... продолжай. Цзинчжу Цинчен одна разбирается с этим волком. Не будет ли она в опасности? Нет, она способная. Я ее знаю. Давай найдем кого-нибудь еще. Пошли. Беда, что-то случилось с Вэньцзянем, помогите ему. Что? Вэньцзянь сражается с неизвестным воином, его жизнь в опасности. Где Вэньцзянь? Я должна ему помочь. Эй. Испытание еще не закончено. Если сделаете что-то безрассудное... Цзинчжу Цинчэнь тоже там. Если промедлим, они пострадают. Хорошо, довольно. Главное — спасти Вэньцзяня. Давайте разделимся. Идем. Идем, идем. Мо Цинчэн. Мо Цинчэн, что в тебе такого особенного? Почему все мужчины готовы рисковать своей жизнью ради тебя? Как? Тебе лучше? Я в порядке. Спасибо, Цзинчжу. Нет проблем. Прости, что побеспокоила тебя и барышню Бай. На самом деле, нашу помолвку расторгли на башне князя Ба. Кстати, тогда на башне Ба как ты появилась в моем призрачном мире? Я не знаю. Кстати, давай я тебе кое-что покажу. Смотри. Что это? Это цветочное семя. Ему уже сотни лет. И что бы я ни делала, оно не прорастало. Но оно проросло, когда соприкоснулось с твоей кровью. На башне князя Ба. Я никогда еще не видел такого семени. Я тоже. Его нашли в тайных покоях моей семьи. Я так долго выпрашивала его отца. Ты проснулся? Посмотри. Ешь. Спасибо. Пожалуйста.
Больше не могу идти. Я слишком устал. Я не ел уже сутки. И никого не видел. С меня хватит. Фанлы! Наконец-то. Вы тоже столкнулись с демоническими чудовищами? Столкнулись, но все было под нашим контролем. Вы знаете, что на Вантянь и Цинчен напали? Что? Когда появились звери, мы разделились. Он первый сбежал. Я? Хватит об этом, здесь опасно. Давайте побыстрее их найдем. Давайте. Идем. Не думал, что фрукты в темном лесу такие вкусные. Да уж. Тихо. Яо Цуэ? Цзюньчжу, рад, что ты в порядке. Почему ты здесь? Кто это? Это старший сын семьи Е, Яо Цуэ. Рад встрече. Вантянь, с тобой все в порядке? Цусюэ? Цзюньчжу, это опасное место. Давай побыстрее уходить отсюда. Тогда идемте. Хорошо. Вантянь, ты в порядке? Все хорошо, не волнуйся. Мы не можем здесь задерживаться. Идем. Пошли. Цюсюэ, почему ты внезапно ушла? Я... Ничего. Из-за Циньвэньтяня? Вовсе нет. Между нами ничего нет. Испытание почти закончилось. Давай вернемся. Кстати... Кто такая эта Цзюньчжу Цинчэнь? Цзюньчжу Цинчэнь занимает высокое положение. Так просто не объяснить. Но мое сердце принадлежит тебе. Через 3 дня мой отец пойдет к вам домой с предложением о браке. Тогда Е и Бай станут одной семьей. Испытание почти завершено. Давай вернемся. Как я могу управлять силой камня звездной души? Вантянь. Старейшина. Никаких церемоний. Как состояние? Благодарю за заботу. Я в порядке. Спасибо, что спас Цинчэнь в тот день. Эта книга может быть полезна для твоего выздоровления. Можешь спросить меня обо всем, что тебе непонятно.
Спасибо, старейшина. У меня еще одна просьба. Говори. Мой друг Фэн Лэ тоже участвует в испытании. Мы дружим с детства. Сейчас он скитается в столице. Не могли бы вы разрешить ему учиться в Цзюйхуа, чтобы ему было где жить? В школе Цзюйхуа действуют строгие правила. Но я могу попросить одобрения школьного наставника. Спасибо, старейшина. Отдыхай. Не беспокойся об остальном. Тетя, вот это Цинчин. Как там Циньвэньтянь? Теперь в порядке. Ты хоть помнишь нападавшего? Убийца был силен, хитер и быстр. Все случилось так внезапно, я не смогла хорошо рассмотреть. Но те волки-оборотни, что напали на нас, не были случайностью. Они кому-то подчинялись. Давай на время отложим, что им нужно. Не будь беспечна, будь настороже. А я позабочусь об остальном. Хорошо. Я проведаю Циньвэньтяня. Хорошо, ступай. Цзюньчжу. Как твои дела? Спасибо за заботу. Сейчас я в порядке. В темном лесу, если бы ты не дала мне лекарства, я бы умер. Это я должна тебя благодарить. Если бы ты не спас меня, это я бы лежала здесь. Я в долгу перед тобой. Клянусь, что бы ни случилось, я буду тебя защищать. Ты сильно пострадал. Побольше отдыхай. Приветствую, наставник. Ты узнала, кто это был? Не узнала. Но я пошла на место боя, и судя по следам на этом месте, человек был и правда силен. Будь я там, тоже была бы ранена. Повезло, что им удалось сбежать. Это подозрительное дело. Я думаю, клан ночи стоит за этим. Что будет, то будет. Как вы думаете, что нам следует делать, наставник? Передай. Пусть все ночные охотники будут начеку. Что касается Мо Цинчэн, ей пора присоединиться к нам. Но... Лучше раньше, чем позже. У меня есть причина. Тебя это не касается. Но только ученики Цзюйхуа, которые достигли царства Юньфу, могут присоединиться к ночным охотникам. Сделать Цинчэнь ночным охотником было бы... Просто скажи, что пристрастно, как тетя. Камень звездной души. Слуга не смеет обманывать владыку. Только достигший царства Цянсян мог оставить свое наследие после смерти. То есть камень звездной души. Судя по тому, что я видел, Циньвэньтянь получил камень звездной души императора Цана. Императора Цана? Этот человек заслуживал смерти. Так он пытался передать волю через наследие? Хорошо. Я не дам ей пропасть. Камень звездной души вместе с моим первым клинком обязательно разрушит город мечей. И тот проклятый демонический меч. Слушаюсь. Жаль только, что обладатель камня Циньвэньтянь
находится в школе Цзуйхуа. Территория охраняется чарами. Мы не можем долго там находиться. Ждите удобного случая. Слушаюсь. Похоже, нам нужно ускорить разрушение Великой Небесной Стены. Приветствуем, старейшина! Каждый из вас уже выбрал лигу. Сейчас я еще раз представлю их. Лига Асуров. Они являются воинами, используют силы звездных душ в рукопашных боях. Лига Небесных Демонов. Они заклинатели, борются со злыми порождениями. Лига Всадников. Изучают боевые порядки, поведут за собой войска на равнинах, чтобы отбиваться от миллионов врагов. Лига Чести. Все звездные души будут в их распоряжении. Они перемещаются по миру, изменяя судьбу. Все вы ученики школы Цзюхуа. Надеюсь, вы будете следовать правилам. Помогайте друг другу. Отстаивайте правду. Искореняйте зло. Мы будем соблюдать правила школы. Вы вступили в Лигу Всадников. Сегодня я, Оу Чэнь, покажу вам, какая она крутая. Видите арену? На ней Лига Всадников затмевает все остальные. Другие лиги нам не соперники. Кто это тут бахвалится? Как бы потом мне пришлось краснеть? Да это старшая соученица Жухуань из Лиги Чести. Давно не виделись. Ты еще больше похорошела. А я-то думаю, кто тут расхвастался? А это глава Лиги Всадников. Оу Чэнь. Побежденные бросают нам вызов? Даже большой муравей не одолеет слона. Никогда неизвестно, кто есть муравей, а кто слон. Турнир покажет. Идемте. У каждого ученика школы Цзюхуа есть звездный нефритовый знак. На знаках проставлены уровни. Чем больше уровень вашего знака, тем больше возможностей для практики вы получите. Хотел спросить, а какого уровня наши знаки? Вы новички. Все знаки изначально имеют низший уровень. Уровни знака определяются Домом Славы. Усердно практикуйтесь, и ваши уровни будут возрастать. Да, и еще. Даже Сун приготовил для вас испытание. Все ученики должны участвовать. Сбор позже на этой арене. Я хочу приударить за Жухуань. Что думаете по этому поводу? Шутишь? Она с тобой одной рукой управится. Пошли скорее на арену. У меня дела. Вы идите, прогуливаешь занятия? Oh.
Сяо Хэй, поздоровайся со всеми. Ну и вонь. Думаю, вам досталось на испытании, ведь так? Старший соученик, думаю, оборотень — зверь, и ты научишь нас с ним обращаться. Но нечисть бывает разная, с разными повадками. Так что, да, нечисть бывает разная, но главное остается. Они — демонические звери. Главное — это показать свою ауру. И это — лучший способ тренировать ее. Ладно, кто будет первым? Слишком свирепый, слишком жестокий. Кто пойдет на такое? Да кто осмелится? Только не я. Слишком страшно. Давай ты. Слишком страшно. Да, а как насчет тебя? Да кто же это сделает? Я! Фаньле, ну же, давай. Давай. Братишка. Знаю, ты сильнее меня, но старшая соученица Жухуань здесь. Так подыграй мне. Давай же. Давай, Фаньле. Хватай его, Фаньле. Фаньле, вставай же, вставай. Ну же. Я в порядке. И всего-то, а я-то думал, он хорош. Хозяин, ты тот самый гений, который достиг 12 уровня на башне князя Ба. Этот крошечный демонический зверь — ничто для тебя, верно? Покажи, на что ты способен. Иди же. Он хорош. Он должен справиться. Давай. Нет, я должен быть жестче. Давай. Отлично. Хорошо. Хозяин, ты молодец. Как тебе удалось усмирить зверя? Я про себя подумал, что должен быть жестче. Вот и получилось. Цинджи Цинчен, думаю, тебе стоит попробовать. Ты видела, зверь чуть не сожрал меня. Ты должна за меня отомстить. Это совсем не сложно. Прошу. Давай, соученица. Давай, вперед. Соученица, давай. Давай. Ну же, вперед. Вперед. Это удивительно.
что случилось со зверем. Зверь понимает человеческие чувства. Стал хорошим, как увидел Цинчен. Это значит, Цинчен обладает величайшим обаянием в мире. Отлично, отлично. Хорошо. Цинчен, хорошая работа. Цинчен, молодец. Она и правда первая красавица в стране И. Какая красота. Младшая соученица, я присяду здесь. Место занято. Для Жухуань? Все в порядке. Я уйду, когда она придет. Можешь сосредоточиться на еде и не смотреть на меня. Мы в одной школе. Для меня большая честь сидеть с вами, Цинджу. Барышня Мо, вот вы где. У меня пропал аппетит. Цинвэньцянь, пойдем. Цинвэньтянь, не раздражай меня, когда я в плохом настроении. Аучэнь, твой соученик сам цеплялся к нам. Цинвэньтянь, хорошо проводишь время, не так ли? Парни, вы только посмотрите. Знаете, кто он такой? Гений из Тяньюна. Добрался до 12 уровня башни с первой попытки. Приемный сын семьи Цинь, он всего лишь прислужник Цинджу Цинчен. Я тебя предупреждаю. Следи за своим языком. Соученица Мо. Мы же не обидели тебя, верно? Цинвэньтянь, ты знаешь о турнире? Хватит. Ты что делаешь? Учень, Оуфэн, хватит. Как твой старший соученик, как могу пугать тебя, пользуясь старшинством? Мы, Лига Всадников, всегда занимали первое место в турнире. Так же и в этом году. Верно. В турнире этого года у меня будет достойный поединок с тобой. Хорошо, я участвую. Прекрасно. Я восхищаюсь твоей храбростью. Надеюсь, Лига Чести чего-нибудь добьется благодаря такому гению, как ты. Чтобы сделать турнир захватывающим, Лига Всадников делает ставку в 200 метеоритных камней. Хорошо. Лига Чести делает ставку в 10 камней истинной земли. Хорошо. Договорились. Увидимся на турнире. Господин Гу, прошу. Спасибо вам за искреннюю помощь. Господин Гу, вам не нужно этого говорить. Клан Ночи тоже помогает семье Е. Я не хочу быть собакой, которая ползает под ногами Ихэна.
Если однажды мы станем хозяинами страны, вы же не отвернетесь от нас, правда? Мои условия прозрачны. Как только мы добьемся успеха, 10 провинций восточной части И станут частью семьи Е, и мы сможем претендовать на правление. Мы ведь договорились, не так ли? Ну что, вы разве забыли? Нет, сановник Е, сделка в силе. Господин Е, господин Гу, я слышал, что вы обсуждали с моим отцом в сотрудничестве с кланом Ночи разделить страну. Наша семья сделает все возможное. Ты впрямь весьма способный молодой человек и мудрее своего отца. Когда мы вторгнемся в страну И, мы с тобой осуществим великий план. Я буду ждать этого дня. Он более честолюбив, чем его отец, такой молодой и торопливый. Но такие люди, как он, нам пригодятся.